Що ж, дорогі друзі, ми повертаємося до студії і продовжуємо розмову із нашими гостями. Вже на початку нашого першого ефіру ми розповідали про те, що сьогодні будемо говорити про активних громадян Миколаєва. І я хочу представити вам наших гостей: Анна Ганжел, організатор марафону «Активні громадяни у Миколаєві», а також Анна Босякова та Олена Дяченко, учасники тренінгу. Вітаємо вас, дякуємо, що завітали сьогодні до нас до студії. Отож, відразу до організаторів. Перше питання: що планується робити? Ну, звичайно ж, що за марафон «Активні громадяни»? Що це таке? Это программа британского совета, которая уже реализовывается у нас в городе, наконец-то, и в Николаеве. Мы также начали эту программу внедрять. Один из наших членов оргкомитета обучалась по программе британского совета «Активные громадяны», и сейчас она проводит тренинговый курс для ребят, которые сегодня тоже в том числе присутствуют с нами в студии, участников. Для того, чтобы главной целью этого курса является объединение активных жителей городов в инициативные группы, в громады, которые готовы реализовывать вместе проекты, которые готовы что-то менять в своих городах и действительно развивать свои любимые славные города. Ну, подобный проект уже в других городах Украины реализован? Да, да. Это и есть марафон, потому что мы запускали его с 15 января, с 15 по 17. И как раз в эти дни в разных городах нашей страны проходил данный марафон. А итоги этого марафона? Итогами этого марафона станут проекты, которые уже наши активные граждане будут реализовывать. Мы сегодня сможем поговорить также с нашими участниками, которые поделятся теми проектами, которые они будут в дальнейшем разрабатывать в группах. Уже в это воскресенье будет завершающий этап. Ребята будут разрабатывать проекты, у них будет интенсив курсы по написанию проектов перед тем, как они перейдут к практике. Ну и, конечно же, потом их основной задачей будет реализовать все те наработки, которые они обсудят, чтобы они остались в той же команде, которой они сгруппировались и познакомились во время тренинга. И мы увидим, я думаю, парочку интересных проектов вскоре в городе нашем. Отож, до учасників вже переходимо. Так, дійсно, які проекти вже є? Тому що, приходячи на цей форум, можна так навіть назвати, все ж таки ідеї певні вже є, вони не з'являються відразу. Ну, мы уже, в принципе, 1.5-2 года активно участвуем в жизнедеятельности наших горожан, сплочаем их, объединяем и внедряем наши идеи, совместные идеи, для того, чтобы и детям было весело, и взрослых привлекать, и, естественно, как говорится, уже старшее поколение показывать, что мы выросли, мы готовы, и город будет расцветать. Проекты есть. Я, как один из организаторов проекта «Дом Миколаев Миколаев», уже 2 года мы проводим этот проект совместно, в этом году было вот в конце года с нашей властью, и сейчас мы подумываем над летним Святым Николаем, который будет проводиться 22 мая, пока это все еще в разработке, но я надеюсь, что в воскресенье на нашем, как говорится, совместном семинаре мы представим этот проект хотя бы уже в красках каких-то. Да, какие еще вот идеи, возможно, кроме святого, летнего Святого Николая? Потому что чем может поделиться с нами еще Елена? Ну, понимаете, у нас не только должны как бы взрослые принимать участие, у нас идея, чтобы не только взрослые отдыхали, но еще и дети с ними получали... Семейный отдых. Да, семейный отдых, да. То есть сейчас такое время, все компьютер, телевизор, то есть дети забыли, что такое играть на улице, свежий воздух, тот же квач, вот, и как бы... Я вот присоединюсь к Анне, мы сейчас, это тайна, в воскресенье будет проба пера, вот уже будет на бумаге, и надеемся, что то, что у нас есть в голове, выплеснем на бумагу, и это даст потом плоды в будущее. Это интрига. Насчет того, что вы сказали, дети сейчас в компьютерах, я хочу действительно это подтвердить, когда выпал снег, я помню свое детство, что как только выпал снег, мы играли в снежки, мы сейчас играли в снежки, взрослые, детей на улицах я видела очень мало.
Как вы их собираетесь еще заинтересовать, чтобы они оторвались от компьютеров? Да. Можно рассказать. Я своего ребенка вожу в детский садик «Катюша», и сейчас как раз вот благодаря тому, что большие осадки у нас в городе, воспитательница очень замечательно их сплочает. Сегодня пришла в садик отводить ребенка, а там уже семья маленьких снеговиков, потом баррикады, где они играли в снежки, высокая такая. То есть ребенок идет в детский садик не с машинкой, а с лопаткой, потому что он понимает, что он будет работать с снегом. Вот. И как раз я тоже хотела... И учится расчищать снег. Да. Хотела тоже его привлечь к фестивалю первому, который в сказке у нас прошел, снежными фигурами, но почему-то мы начали кашлять и не пошли, как говорится, но я все равно поучаствовала немножечко, пару раз лопатой там погребла с Юрием Любаровым, с Дмитрием Слепухой, и мы все видели в соцсетях и по вашему также телеканалу, какие замечательные скульптуры, сказки появились. Я думаю, как раз к этому тоже детей с удовольствием можно привлечь. Все-таки еще возвращаемся теперь от участников все-таки к организаторам. Какие есть цели? И, возможно, это, я так понимаю, если по другим городам уже этот марафон прошел, Николаев это уже заключающий город или как? Да. В связи с погодой мы перенесли наш последний день тренинга, собственно, в финал, там, где уже будут презентованы все проекты, о которых мы сегодня тоже немного услышали. И также на этом финале, в это воскресенье, будет презентован тоже наш... Лично мой авторский труд, даже можно так сказать, это в скором времени будет создано мобильное приложение для горожан города, называется оно «Лучший город Николаев». Что за функционал приложения? Что будет самый там? Главный функционал, это в том числе то, что пересекается с тренингом, который мы проводим, это объединение горожан. Я приводила пример очень простой. К примеру, у нас был очень активный парень в городе Николаеве по имени Андрей, который просто обратился к моей организации с просьбой, вот я хочу в городе Николаеве увидеть пианино на улице, чтобы люди на нем играли, ну или же просто, чтобы это был арт-объект, чтобы с ним люди фотографировались. Воплотить эту идею оказалось очень легко. Мы нашли транспорт, объявились ребята, которые готовы были покрасить, согласовали все моменты, и мы увидели на улицах арт-объект «Синяя пианино». То есть это пример того, как люди, просто объединившись, просто... Главное подать идею и найти активистов. Да, находя активистов, находя эти ресурсы, могут реализовывать большие и полезные проекты для города. Поэтому именно этим будет заниматься наше приложение. Сейчас мы будем создавать тестовые страницы в соцсетях, поэтому все могут добавляться ВКонтакте, в Фейсбуке. Будет уже разработана инфографика. То есть каждый желающий, человек, который хочет провести какой-то проект, он может написать нам. Мы делаем под его проект инфографику по проекту. К примеру, допустим, меня зовут Аня, я хочу установить синее пианино, у меня есть пианино. Но у меня нет волонтеров, у меня нет краски ее покрасить, у меня нет транспорта. Вот. И, соответственно, есть люди небезразличные, которым эта идея по душе. То есть приложение будет, скажем так, такой копилкой идей. Да, это можно сказать даже не то, чтобы копилка идей, это в большей сфере объединения активных людей. То есть тут мы не собираем идеи, мы их воплощаем. То есть если ты предлагаешь что-то, ты должен тоже приложить какой-то труд для осуществления. Да, конечно. Я предлагаю что-то и показываю, что у меня уже есть для реализации. Или хотя бы как это сделать и что ты можешь привнести. Да. И небезразличные люди к этому присоединяются, и потом мы видим реализацию уже таких больших интересных проектов. Я думаю, что и после марафона Active Citizens по программе британского совета, и в том числе реализованные проекты наших ребят действительно будут постепенно улучшать наш город. Наша Анечка потянулась к рисунку. Мне интересно, что это? На одном из предложенных тренингов на этом же семинаре мы проводили такой обучающий маленький курс. Мы разбились на определенные команды, и один из вариантов был взаимодействие народа, активных горожан города, через средства коммуникации, то есть вот народ как бы средства коммуникации и власть. То есть не только нас обучали,
чтобы мы сплочались и что-то делали, да, какие-то проекты реализовывали, а как еще благодаря своей активности можно взаимодействовать с органами власти, исполнительными, законодательными, через какие средства массовой информации, через какие адвокации можно свои проекты внедрить, предложения какие-то, также в законы, либо в какие-то исполнительные варианты. То есть, скажем варианты. Так, из бумажки перевести их в действие. Да, 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 да. Поэтому я считаю, что эти тренинги очень полезны для не только наших горожан, а вообще для всей нашей страны, для того, чтобы подтягивать молодых, активных, да не только молодых, но и взрослых тоже. Почему нет? Ихний опыт нам очень нужен, полезен. А детки, естественно, на нашем, как говорится, примере будут тоже внедряться в процесс, как говорится. Поэтому это очень полезно и, как говорится, я думаю, продуктивно. Что так. Да. Ну, сейчас, понимаете, сейчас та волна, когда есть эмоциональная, да, хвыля, как кажут, что сейчас общественность, да, громада, она благодаря тому, что у нас новая, да, можно смелость проявлять, то есть можно общаться. И вот Аня права, и спасибо за организаторам за тренинги, но единственная красная нить, которая все объединяет, людям не хватает смелости, людям не хватает активности, а сейчас благодаря поддержке, что нам вы хотите творить, пожалуйста, Делайте, да, мы не будем вам мешать, только говорите, что, может, мы будем помогать вам направлять, и у нас будут профильные специалисты, которые вот как, такие, как Анна, которые нас направляют, и народ требует, чтобы было более прозрачно, то есть смелость, активность и равноправие. Ну что ж, ми також бажаємо всім. Думаю, що хороший все-таки результат, да, будет. Ну і дякуємо за те, що ви завітали сьогодні до нас, дякую нашим гостям у студії.